Продолжаем соревнования по пляжному футболу. Давай. Опа. Только это уже не футбол. Неважно. Главное, что это мяч. Опа. Теперь я. Так, ну и что, куда ты едешь, Тася? На Мальдивы. Ну что ж, это хорошее направление. И за какое время вы намереваетесь туда доехать? За сколько суток вы хотите туда добраться? А сейчас пиф! Меня тут нет, я на Мальдивах. Это плюс. Наша самая любимая игра. В нее мы играем мастерски. А где нолик еще один? Четыре. Три. Раз, два, три, четыре, пять. Какие-то странные крестики-нолики. Ноликов меньше, чем крестиков. Ноликов меньше, чем крестиков. Как так? Да. Но с другой стороны, всего-то 9 фигурок, да? Их не может быть ровно количество. Ну да. А, давайте начнем с крестиков. В смысле? Ну, видимо, крестики начинают. Да. Это наша любимая игра. Давай, начинаем с крестиков. Хорошо. Давай, быстро, в темпе играем. В темпе. Быстрее, не думай. Все, я победил, Тася. Нет. Почему? Потому что я так хочу. Видишь, смотри. А у тебя? Ну, в общем, вот такая спортивная жизнь у нас протекает в Монте-Карло. Подождите, это еще не все. Которое находится почему-то не в Европе, а на берегу Атлантического океана. Стоять, бояться, деньги не прятать.